Чтобы увидеть, с чего начинался дизайн по евростандарту, надо отправиться в Стокгольм, на остров Гамластан, старый город, в переводе с шведского. Здесь вы не найдете ни одной ровной плоскости или прямого угла, но дома будто бы покрашены только вчера. Во время ремонтов и реставраций шведам каким-то образом удается сохранять каждую шероховатость и загогулину. От этого кажется, будто стены дышат, а город производит не музейное, а живое впечатление. Впрочем, в Гамластане действительно живут обычные горожане. У каждой средневековой стены припаркован какой-нибудь велосипед. Модные модели не привлекают шведов. Некоторые байки кажутся более древними, чем сами здания. Велосипедисты чувствуют себя в Стокгольме вольготно и даже чересчур. Звонки и окрики предупреждают: выходить на велодорожку опасно для здоровья. Жители Стокгольма не дают забыть, что они потомки викингов. Настоящие шведские мужики не доверяют гастарбайтерам никакую ломовую и грязную работу, а справляются с ней сами. Стокгольм – очень энергичный город с яркими персонажами. Бросается в глаза повышенное содержание натуральных блондинок. Это, например, удивительно похоже на Татьяну Арно. Не надейтесь разглядеть Стокгольм за один приезд. С первого раза можно только влюбиться в него, в надежде непременно как-нибудь при случае завоевать его расположение.